Какой писатель пропал без вести и исчез на 20 лет после публикации своего шедевра? Шрайбер. Неужели ты и есть тот самый Шрайбер? Так кто же я такой? Мистер Шрайбер, мы приглашаем вас на литературный фестиваль. Что? Что? Можете просесть это. Ваш почерк ужасен. Я знаю, кто вы. Буду признательна, если поставите ваш автограф. Если напишете разборчиво, будет здорово. Постарайтесь вести себя как человек, написавший блестящий роман. Да гляньте! Пускайте! Мы сделаем глупость, не приняв такое предложение. Я искал тебя повсюду. Где ты пропадал все это время? Я не тот Шрайвер. Ты не морочь мне голову, Шрайвер. Я не Шрайвер! Тебе явно что-то нечисто. Ты пьяница. Поговорите со мной о литературе. Терзай меня, мой ты! Литературный мир. Это лицо недостойно вашего зала славы. Мистер Шрайвер, я детектив Каммс. Прошу, давайте покончим с этой комедией. Простите, это нелепо. Шрайвер, Шрайвер, готов писать! Выходи и борись, хать-хать! Это помогает. Вроде того. Я и есть Шрайвер. Я писатель. Этот человек жуль, фейк, мошенник. Может, заткнешься? Симона. О, это я. А ты что за хрен? Ну, это сложный вопрос.